Значит, мужчина познакомился с женщиной, и он говорит, поедем ко мне домой. Он говорит, ну, поедем. Она такая вся красивая, одета в красивые одежду, в таких каблуках. Он ее завез в лес, там снегу вот так. И говорит, вылезай. Она говорит, ну куда ж я в каблуках и в такой красивой шубке, я не одета. Он говорит, неважно, не хочешь запачкать шубку, снимай сапоги, вылезай из машины. Ну, естественно, да, она подчинилась, вылезла, все поснимала. Он говорит, лепи снеговика. Она лепит, вся мерзнет, вся уже покрылась синим, там холодно, снегу вот так, лепит этого снеговика, слепила. Она говорит, ты что теперь, уже боится, что он ее тут и убьет прямо около этого снеговика? Он говорит, нет, залезай обратно, одевайся, привез домой, там ужин, там все прекрасно, любовь, любовь. И она говорит, а что ты меня так мучил с этим снеговиком-то? Я зачем туда его лепила, ездила-то? Он говорит, ты забудешь все, как я с тобой познакомился, как меня зовут, как я с тобой ухаживал, как я тебе ну, внимание свое уделил. А вот снеговика ты никогда не забудешь. Все. Это анекдот.